Act like you know me, but you never will. But there's one thing that I know for sure. I'll show you. So am I still waiting for this world to start? Anakin, я твой отец, Anakin. И я покараю тебя своим световым мечом. Привет, братишка. Привет, сестрички. Все мои маленькие беты, я вас очень сильно рад видеть. Меня зовут Волков Дэмиан, и я приветствую всех своих старых зрителей, всех своих новых зрителей. Всем welcome to my channel. Сегодня будет достаточно нестандартное видео. Как и все мои видео, нестандартные. Мы будем смотреть на людей, которые... Парни будут похожи на девушки, девушки будут похожи на парней. Мы будем угадывать, парень это или девушка. Короче, это... взрыв мозга. Сейчас я зайду на сайт, и я более чем уверен, что даже вы не сможете угадать прямо таки все. Посмотрим, кто же из нас выиграет. Вы? Или я? Погнали! Итак, давайте начнем. Что за титьки в самом начале? Так, парень или девушка? Первая, вот это вот. Вот это вот мадама. Или это парень? Ну, вы знаете, мне кажется, что... вот, ну, логически, да? Если сайт сделан для того, чтобы, типа, угадай, парень или девушка, значит, есть подвох. То есть, если она похожа, он похож на девушку, значит, это он. Если похоже на девушку, значит, это, скорее всего, он. Вот это незадача. Но глаза крутые. И вроде бы черты лица какие-то, да, не мужские. Хотя плечи меня смущают. Плечи. Руки женские. Я даже не знаю. Ну, блин. Была не была. Я думаю, что это все-таки девушка. И подвоха здесь нету. Это девушка. Зеленый цвет, это значит, да, мы разобрались. Йоу. Это 1-1. Вот это шикарное начало. Не то, что в прошлом видео вообще ничего не угадал. Это было плохо. Смотрим дальше. А тут, мне кажется, вполне легко. Он даже похож на этого, как его самого. Короче, я не помню, как его зовут там, блин. Ну, блин, видно, что сразу трансвестит, да? Вот, посмотри на эти брови. Там можно огород пахать. Плечи. Ключица вообще именно какой-то этот самый Леголас, Властелин колец, эти губы, вон, вареник с прежней историей. Конечно, это парень. Легкотня. 2 из 2. Шаришь? Я точно выиграю. Так, а вот, ну блин, девушка. Реально девушка, потому что даже вот этот вот розовый горшочек, розовая вот эта вот репочка, с которой торчат зеленые волосики. Это маленькая свинка Пеппа, а футболочки зебры. Это явно девочка. Рыбы мои, я вам утверждаю, это девушка. Легкотня. 3 из 3. Шаришь? О, ну это девушка. Крутые черты лица, да, такой взгляд прям, ну прям... крутой взгляд. Что-то у нее левый глаз поплыл. Ребят, вот обратите внимание на левый глаз. Мне кажется, кстати, в натуре. Или так тень упала. Но посмотрите на вот на расстояние, интервал, вот дистанцию. Вот, короче, вот разъем этот между глаз. Видите, что правый глаз, ну, если смотреть на картинку, то левый. Там, где светло, короче. Он уплыл, улетел, ушел, убежал в Китай. Ладно, это девушка. Ну, блин, ну полюбаться в этой девушке. Слишком легко, 4 из 4, вообще, изи. Все будет так легко на самом деле, но это девушка. Хотя, тут уже поинтереснее, руки-то какие мужские, подбородок такой. А кадык заныкали, уши опять как у Леголаса, что одни эльфы попадаются-то, а? Я даже не знаю, может это только в начале было все легко. Я решил нажать, что это девушка. Это парень! Да не гони! По рукам можно было понять, но это жесть. Ну блин, зато так интереснее, хоть все не так легко. 4 из 5. Это и так классный результат, бейба. Погнали дальше. Ну, блин, он даже похож на этого самого, не на дружко. Блондин вот этот вот, мажорчик высокий. Да там вот даже щетина недобритая, тут вообще легко, это парень. Легкотня. 5 из 6. Жесть. Вот это жесть. Вот тут, ребят, я вот... вот. Это жестоко. Я всем желаю такую душу. Но неужели это девушка? Или это пацан, который влупил себе цицки? Или это очень душевный парень? Или это очень душевная девушка? Блин, ну вот смотришь на ключицу, на живот, и кажется, что это парень. Плечи женские, а вот лицо мужское. Блин. Я не знаю, мне кажется, это самый трудный момент. Вот согласитесь, это самый трудный момент. Я думаю, что это все-таки... ну, блин, ну что это парень такие сиськи сделал? Пусть это будет девушка, ну реально. Я победитель просто, я не знаю, как.
как Земля носит такого Нострадамуса? Я выиграл. Где мой лям? Блин, опять трудно. Вначале кажется, что легко. Типа кажется, что это парень. А потом смотришь. Ну, они же там все немножко похожи. Теперь скажи мне, пожалуйста, это парень или девушка? Вот это кареглазка. Кареглазкий. Кареглазкий или кто? Я думаю, это парень. Кольцом по лицу себя ударил. В натуре кольцом ударился в поле. 6 из 8, правильно. Не, ну это вообще легко. Ну блин, давайте, ребята, блин, у меня же красный глаз и красный этот самый. Кончита Вюрст, ну что тут даже. Тут совсем легко, это парень. Легкотня, и последняя. Ну и последняя тоже пацан, это вообще изи. Да, это было легко. Было круто, когда все-таки были два вот таких именно жестких момента, когда я реально не мог угадать, поэтому... 8 из 10. Обязательно напишите в комментариях, сколько угадали именно вы. Выиграли вы меня или нет? Мне интересно, насколько я неудачник. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Это был выстрел.